Краснодарском крае величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года установлена в сумме 11 100 рублей на душу населения. Соответствующий приказ министра труда и социального развития региона Сергея Гаркуши опубликован на официальном сайте администрации края. В первом квартале текущего года средний прожиточный минимум в крае составлял 10 600 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения на Кубани во втором квартале 2019 года составил 12 000 рублей. Для детей 10 600 рублей, для пенсионеров 9 100 рублей, говорится в приказе краевого министерства. Величина прожиточного минимума в регионе устанавливается для оценки уровня жизни и оказания мер социальной поддержки незащищенным категориям населения.